Ну, очень интересно продолжается конфликт по поводу песни «Вечерний М». А вы знаете, что Ебенчиков написал песню, а Соловьев попытался отвести от себя стрелки, сказав сначала, что это про Урганта, потом попытавшись Зеленского примазать, потом Ургант обстебал Соловьева, Соловьев начал говорить: «Ой, как жалко мне Урганта», а потом Гребенщиков сам заявил, что это не про Урганта, короче, вот, и теперь... этот самый Макаревич пытается примазаться, сказав, что типа, да я давно уже эту тему, я давно уже на эту тему написал песню, но я тут что хочу сказать. Конечно, славы Гребня Макаревичу не затмить, и это просто такая, это, мне кажется, ну, такой как бы парад зависти. Потому что Гребень реально попал вот с этим «Вечерний М», до чего точно вот он врезал, что это просто обалдеть, как задымился пукан у Соловьева, до чего он прям точно врезал. А Макаревичу, мне кажется, ему просто... мне кажется, ему просто... Ой, что-то приключается снаружи и вовне, и срочно полагается промыть мозги стране. Мне кажется, у Макаревича не так хлестко, не так круто, не так, не такое точное попадание, не такой точный нокаут. Кстати, Адесанья сегодня нокаутировал Витакера, кто следит за UFC. Короче, вот, поэтому просто хочет примазаться к славе Гребенщикова. И Гребенщиков, конечно, сделал потрясающую вещь. Потому что настолько все не любят Соловьева, и такое как бы народное против него возмущение, и так классно Гребенщиков попал в аудиторию, и так всем круто стало, и сразу он свою популярность бешено поднял. Короче, Гребень молодец, а то, что Макаревич пытается примазаться, это немного смешно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Очень интересно ваше мнение, друзья.